Закон противоречия, он же закон правильного мышления, гласит: не противоречь сам себе. Я не я, конь не конь, день не день. Противоречить не надо. Формулировка закона следующая. Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении. Другими словами, А не может в одно и то же время быть Б и не быть Б. Или в другой озвучке. Из двух суждений, из которых одно утверждает то, что другое отрицает, одно должно быть ложным. При этом закон противоречия указывает лишь на несовместимость двух противоположных суждений, но не говорит о том, является ли ложным одно из них или оба они ложны. Примеры. Вы родились либо на планете Земля, либо не на планете Земля. Утверждать одновременно рождение и на Земле, и, скажем, на Луне, нелогично. И действительно, одновременно родиться и здесь, и там невозможно. Другой пример. Либо у вас в кармане есть рубль, либо у вас в кармане рубля нет. Одновременно и есть рубль, и нет рубля невозможно. Таким образом, закон противоречия требует, чтобы применительно одному объекту в одно и то же время, в одном и том же отношении не выносилось противоположных утверждений. И этот закон логики прост и понятен.